алейкум, урметли сиарджилер, ақшам шерифлер анас хайрлы олсын. Милет телеканалының эфирінде хабирлер афта информацион талил программасы. Диқатыңызға Валия Тіле, студияда Лилия Виджат Чалыша. Шынды есе эсас адеселеріне кечеміз. Хромнан Меркези Салав комиссия с мартон секус куню кечерлечек Салавлар чун не шир этельген бюллетенлерна алдалар. Бюллетенлернан беру в таврида басмаха не сынде улып кештам. Салавлар хаджи екі автодан ас вақыт қалды. Салав комиссия с куветле шуф режимінде чалышмақта. Эпоса азыр бланкларны территориаль комиссияларына юлайжақлар, тавсиятлар или Султан Истакаева. Сейчас мы начинаем работу по приему соответствующих документов. Сайлау комиссиясының хадимлері басылған бюллетеньлерді тешкерелер, олар диқатнен епсі бланкларны бақып чықалар. Ер бір пачкада бинда некағыт. Бұндан сон бюллетеньлерді ярымаданың шерлеріне верайонларына йолы джақлар. В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 25 октября 2017 года было изготовлено 1 483 349 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Бюллетеньлер екі чешетте олачақлар. Біріншісі сайлаулар үчін әдді ве махсус автоматик комплекс койыпты ішлеп чығарылған бланклар. Март 18-інде бөліклерде 57 бөле тіртібат чалышаджақ. На территории города Симферополя, Ялта, Алушта и Нижнегорский район. Вот именно на них будет использоваться 57 КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Бузук япылған бланкларды түшелер. Оларның сайысы 18 бинг. Сайлау комиссиясы хадимлерінің ве мұхбирлерінің көзлеріні янында олар йок олынды. Бюллетеньлерді подделкадан қорчаладылар. Весіқаның оң тарафындан ешіл төсте тангер ағы белгіленді. Оның макеті электрон шекілді япылды. Дизайн элементлеріні текрарламаға имкан йоқ. Енді бюллетеньлер территориаль комиссияларға берілежек. Бланкларны алған вақыттан сон епісі одаларыны полис хадимлер қарабулажақ. Сұлдан Истекаева, Иван Евдокимов, Миллет үчін. Русияда ясақ етілген меджлис тешкілят активистлерінің чағырулары президент сайлауларындағы келувлерге тесір етмейжек. Бұл ақта Қырым Жумхуриет башы өгінде тешкіл олынған Қырым Татар Меслият Шурасының конференциясында Қырым мусульманларының муфти муавина Айдер Исмаилов хабираттым. 4 ел демамында халқ кім ақықы олғанына анлады. Қырым мусульманлары Русия қанунлары толусынен қабул еттілер. Паспортлар алдылар, имтиязлар или куланалар, эмде гражданлық боржыны бермеге азырлар, деп қайтетті Айдер Исмаилов. 4 года прошло, все манипуляции и, как я уже отметил, призывы деструктивного характера уже всем надоели, потому что мы с людьми общаемся, мы периодически каждый месяц собираемся с имамами, с председателями общин, со всех регионов Крыма, со всех уголков Крыма. Поэтому всем говорят, что определенные телеканалы уже нам надоели. Постоянно негатив, постоянно грязь, постоянно критика, какие-то обещания. Людям надоело бежать за миражом, за какими-то иллюзиями, что что-то куда-то вернется, например, что-то развалится там. Муфти муавина қайтетті еқырым татарлар енді четел матбуат васталарының пропагандасына құлақ асмайлар ве меджлис активистлерге олған мунасибет ақта хабираттым. На самом деле достойными сынами народа являются те, кто остался на своей земле, кто хранит здесь мир, старается созидать для всех жителей Крыма, для будущих поколений. Поэтому люди, отщепенцы или недостойны, как вы отметили, это те, кто бросил свой народ, кто уехал в тяжелую ситуацию, в тяжелое время. И несмотря на то, что клялся на Коране, на священной книге, побоялся в тот момент взять ответственность на себя. Бұндан ғары Қырым Жумхуриет башы өгінде Қырым татарларының Меслият Шурасының ішіне де мұзекер еттілер. Өсіргін әтілген халқларының реабилитация ақта қануның ұйғынлашуы іле ұғраша жақ. Шураның іші гражданларға акимет органлары іле субет әтмеге имканы қолаштырыла жақ. Невбетеки топрақ меселесі. 20 ел девамында кезлевде 3 Қырым татар микрорайон тешкіл олынды. Ама топырақ дамарталарны инсанлар бүгінге қадар ресмелештіріп, оламайлар ратлық күнлері ерлі сакенлер или Қырым башы Сергей Аксенов көрушті.
Проблемлер чезледжек ма, буна базамухбер массора бильделер. Давайте в порядке очередности. Эркесны сыгдырмақ жон кырыште Кайдетлюф, Исмайлбей микрорайонның сәкенлері салонда озгерлеріне отырмаға шықалар. Олар үчін ең кескін меселер топрақ дамарталарының ресмилештіруф йолар музыкеретлежек. Оның үчін жерге қырымбашы Сергей Аксенов келді. Есть участки, которые до сих пор люди не приватизировали. И вот у них есть приостановка оформления земельных участков. Объявили мораторий до 1 января 2019 года. Топрақны да Украина вақтында айырған әділер, ама 20 ел девамында оларны ресмилештірмеге имкан ойлы дебер әлмеді. Бұ вақыт ішінде 2 яшлық ве Асанбай микрорайонлар пейда олды. Тек кечкен ел майыс айында инсанлар хусусилештіруге разылықны алдылар. Ама топрақ шерінің мүлкі оларақ сайылмай. Предварительное постановление о получении бесплатное пользование земельного участка, мы не могли их кадастрировать. Микрорайонда инфраструктура или меселлер де бар, ерлі сәкенлер теші бюз тақымыны теш көлеттілер. Олар олған эпсі суалерні сесендірділер. Векрым башына мұраджат әттілер. Музакере бір қач саат девам әтті. Вопросы строительства детского сада, ремонта дорог, обсудили остановок общественного транспорта, добавление персонала в амбулаторию вашу, вопросы кладбища мусульманского, то есть вопросы оформления земельных участков, микрорайон Яшлык, еще один микрорайон, то есть как бы кадастрирование. То есть по всем без исключения вопросам будут найдены решения. Конечно, вам спасибо здесь за терпение, за настойчивость, за то, что вы развивали сами поселок и много сделали своими руками. Друзья, спасибо, спасибо большое, друзья. Энді ярын жүмкүрет баша кемет органларының векілері или көршеджек ве олар ненішлерінің мүддетіні ве көмес үлетлі олғанына музыкеретеджек. Да бір ағыр суаль гражданлықны әлде етуф. Чоқ сықырымылар Русия Федерациясының территориясында болмақ мүддетіні кечірділер. Оларның сайсы 6000-ге яқын. Гражданлықны әлде етмек үчін қолайлаштырылған программада жалшы башлады. Тафсилятлы мәлуматны алмақ үчін яшаған ерлерді кемелетлер арамынасипетлері бөліклеріне мұраджат етмек. У кого-то еще есть паспорта СССР, у кого-то вообще никаких документов нету, потому что они недействительные. У кого-то паспорта республик, там Казахстана, Таджикистана, Узбекистана недействительные, а у кого-то просто нарушены сроки пребывания. В течение года они все должны быть легализованы. Микрорайонда эко бала мейданы курылачак, бу Кырым башындан бакшыш. Эмде Девлет дума мебусы Руслан Бальбекнің спортзал «Эрбір койге хария» программасы черчевесінде спортив салон пейда олачак. У нас спортсмены развиваются. Более 250 человек занимались в невыносимых, ужаснейших условиях по программе Руслана Исмаиловича. И благодаря работе именно Руслана Исмаиловича как депутата Госдумы, сегодня у нас заложено строительство спортивного зала микрорайон Исмаилбей, который будет на 300 квадратных метров. Микрорайонда мектеп ве бала бақчасының құрылжылығы да девам етмекте. Жемие дыңлевлерде есе да 300 ерлік модуль бала бақчасының құрылмасы бойынша қарар алынды. Алиме Кайбулаева, Арзы Хасянова, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Бақшысарай шарының НСАС меселлері ве жемечілерінің фікірлері, ақсақалар, фаалер ве геншілер бақшысарайның ән кескін проблемлеріні музыкереттілер. Бұ топлашуға 120 инсандан зеде топланды. Районда газ чекілуі, суфиле теминтелуф, йолар, мектеплер ве бала бақчаларының абаданлаштырылуы кібі меселлер көтірілді. Көтірілген солларының бұры қысмы чезілуф сафқасында әкінжі қысмы есенді чезілгендір. Мы довольны, спасибо вам, что детскую площадку нам буквально за месяц вы по нашей просьбе сделали у нас во дворе. Там вообще плавательный бассейн был и стояли машины на детской площадке. Огромное вам спасибо, благодарность от всех нас. 4 ел ішінде Құрым яны севеге чықты ве аятның әр бұрсасында мұзбет денішмелерге ұрышты, деп қайтыты Русия президентінің ишаншылы шақыслары. Все условия создают, чтобы наши ребята прославили Крым и Россию. Понимаете, в спорте. А вы видите, как президент болеет за спорт. Очень любит спорт. И посмотрите, за короткое время, за 4 года, 7 залов построено. Эпсіне бетті өзің методикасы бар еді, өзің стилі бар еді. Жан беріп шалышқан, мен мүлет сіз үшін айтама, мен сізіні көріп тұрам.
Фальлернан қайт еткенлеріне көре жемачылық ішінде фал олмақ керек, акиметілі диалог құрмақ керек. Бұкоршывде Русия президентінің келеджек салавлары ақында да сөз юрсетілді. То есть мы получаем информацию путем вот таких вот контактов и такого вот эффективного взаимодействия, имея данную площадку для реализации потребностей и проблем населения. Поэтому уверен, что будем и дальше в этом направлении двигаться. Вот приобретенный опыт в Бахчисарае и Бахчисарайском районе распространять по всему Крыму. Ахмежит қасабасында молодежная 5 глобаль денешмелер инфраструктура янындан тікленіле. Иштимаи мұйым объектлер құрылмақта. Ама меселе солерде де бар. Огремек үчін вейерлі сакинлернен субет кечірмек үчін. Девлет думаме босы Руслан Бәлбек қасабаға ел алды. Султан Истакаева тавсилатлар іле. Молодежная беж қасабанын сакинлеріні бір қач кескін метелелер раатсызлай. Бұ жаяв кечеті веджемаат нақлия тоқтавы йоқлығы. Йолсызлық аққында енді айтмаға йорылдылар. Зебра ве йол ишаретлері олмағаны себебінден енді бір қач фаджалы вақайалар олып кечті. Тут ходят с тремя детками, такими мамаша. И она как попала один раз, я видела своими глазами. Это было ужасно. Еще к чему? У нас остановки нету, маршрутки не всегда останавливаются. Начинаем ругаться, они говорят, а здесь остановки нету. И стоишь, мороз, снег, холод, дождь. Девлет дома мебусы Руслан Бәлбек инандырды. Келеджек автас эслендерілген меселелерні чезмек ичен топлашу в кечереледжек. Протокольно будут все это решения отражены, то есть они будут предоставлены вам, и вы придете к людям вот с протоколом уже решений. Бүгін 4 ел девамында микрорайонның инфраструктурасы инкишаф этмекте. Электрик, весу, ағлары, мескен, коммуналь худжалығы, вевада, Крыма балансына кечерілді. Емді елларының паспортизация процессы девам этмекте. Бұдан ғайры газ кечерілі. У вас появится возможность уже в этом году, обратившись в Крымгазсети, получить тех условия, реализовать свое право и уже в зиму войти с природным газом. Касабанын территориясында 260 ерлі бала бақшасы құрылмақта. Мында ішлер аваға бақмадан геде күндіз девам етмекте. Құрудылықны бусине сентябрь айында екінлемеге планлаштыралар. На данный момент, в принципе, работы заканчиваются по кровле, но фасадные работы, то есть работы идут. Бала бақчаның янында модуль спорт салонына құрмаға планлаштыралар. Федераль мақсадлы программасы бойынша бұл мақсатларға 300 бин рубле айырачақлар. Ама микрорайонның актив сакинлері енді спорт комплексіні құрдылар. Мында балалар бокс ве бірге бір көрешувлер іле оғырашачақлар. Там қиметлі идманлар үшін спорт көлік кедіклер йоқ. Мебус оператив шекілді диққат айырды. Зиманеви міндерлер ве татами әдие етті. Большое спасибо, очень. Мы очень благодарны. И хотелось бы, чтобы не только взрослые здесь занимались, чтобы и дети, малыши, вот, и выступали на хороших соревнованиях, на международных турнирах. Ичтимаи муим объектлернің құрыджылығы екінленмей. Касабада да спорт мейданы ве мединиеті в пейда олажақ. Шымды дамарта айрылов ішлері алып барыла. Султан Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Ибадет Ханеве сүргін етілген құрым халқлары қатарасына бағышланған сквер, боле проектлер тезден сақ шәрінде кечілмеге башлар. Бұның ақында медетлер ара мұнасебетлері бойынша шурасы ве шәр мемориатынан башы отырышында белі олды. Яқында бір ярыш кечірілежек ве анда проектның ашылмасы белі олажақ. Құрылышқа кедер йоқ. Я думаю, что сквер памяти победит, и мы уже в этом году будем видеть прекрасную территорию, которая не только как бы будет по эстетике, но и по содержанию, по своему внутреннему пониманию проекта, будет достойно представить сквер памяти. Город Саки, Исаакский регион будет первый, где будет построен дом путника для мусульман, где мусульмане, находясь на территории автостанции, смогут проводить намаз. С гордостью могу сказать, что именно город Саки, Исаакский регион, в плане межнациональных, межконфессиональных отношений стоит на уровне в Республике Крым. Йолар меселесі спорт мейданларының йоқ олывы, йол кечетлерінің ведураклардың кереглігі.
Буведигер меселер или таныш олмақ үчін Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Курцы ве Марина қасабаларына зәрет атты. Все вместе приложили усилия для того, чтобы наши дети, как в цивилизованной стране, да, шли чистые, аккуратные, приходя в школу, им не делали замечаний. Ахмет Житаки Беспалова Сухагындаки Калдырым энді 30 елда. Буерден юрмеге энді қиын. Шерлилер үчін атта маниялар кебі. Терек тамырлары, бетон қысымлары, чамурве чукурлар. Яханақлардан сон исе атта буер гольчиклерге чеверле. Инсанлар ось күчлерінен юлахны, куруджылық, мальземелерінің қалымтылары или сепелер. Еркезден үштірмек үчін озынен аяқап ташы. Ама бу васталарды чоққа етмей. Единственная, так сказать, артерия, которая вдоль дороги тянется, она в состоянии невозможном для того, чтобы дети прошли. Мало того, что не просто грязь, а здесь уже человек может даже растянувшись, упав, как бы поранив там, и переломать себе ноги и все что угодно. То есть то, что здесь происходит, эти стеки, грязь страшная, перекопанная весь тротуар, он не дает возможности нашим детям прийти, перейти дороги, пройти до школы и обратно. Қалдырымның ярамай алыны Русия Федерациясы Дәвлет Думасының мебусы Руслан Бальбек де шахсен тешкірді. Я думаю, сегодня мы еще со сметным методом сядем, определимся, то есть все как бы ресурсы соберем и сможем сказать, когда мы выходим сюда, на участок. Хорошо? Надеюсь, постараемся. Да, на... чтобы наши дети вот в таком состоянии приходили. А, нет, как сделаем, мы с вами пройдемся, это как показатель того, что это... Да, оденем каблучки, да, проверим. Замшевую обувь. Проверим, остается ли без это, прилипания грязи обувь чистая или нет. Бу елақтан қиналып кешкен сон, елны кешмеге де хафлы. Беспалова елу эрдайым юклю. Бу ерлерде фурове камазлар юрелер. Тикен іштен түшкенде базылары машиналарны тоқтатмайлар. Инсанлар елны қорқып кешмеге мечбурлар. Эсас ана бабалар өз балары ічун қасеветленелер. Онын ічун бу ел чапразында қыршылайлар. Сакинлер бу елда пияды кечеті ерлештірмеге мурачат етелер. То есть по пешеходному переходу, по остановкам. Ну и, соответственно, тогда и появится у Сметы Меметовича возможность уже... Пешеходный переход вопросов нет. Обустройство тротуара тоже вопросов нет. Никаких проблем. Вот что касается остановки, вот это я, скорее всего, вам гарантию не дам. На протяженности определенного участка дороги есть норматив от остановки до остановки. Через каждые 100 метров остановку по нормативам никто не пропустит. Дабыр меселе Марина қасабасында, эки меркези соқақ ел құрыжылығында мұқтач. Яғбурлы авада не джаяв, не да арабада кешмеге мүмкін. Бұндан ғайры ерлі сәкенлер фельдшері банай ноқтасыны құрмаға мұраджат әттелер. Яқын арада хастахане ве тиби ноқталар йоқ. Хастаханеге айрылған топрақ ісе қанунсыз масраф етілген. Три участка на территории соцкульбыта каким-то чудесным образом оказались в частной собственности. Поэтому я обращусь в прокуратуру. У нас есть прецеденты аналогичные в Ахмечете, на Фонтанах, где нам удалось благодаря прокуратуре и согласованных действий администрации города Симферополя восстановить статус-кво. Курцы микрорайонында да сакинлер ось проблемлерны сеслендірділер. Ел меселесі мында да керген. Ойын ве спорт мейданлары йок. Был сделан проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы Фруктовая, которая уже вошла в план финансирования на этот год. 10 миллионов рублей выделяет комитет дорожного хозяйства с резервного фонда президента. У нас ряд объектов, в том числе и село Украинка. Я думаю, что это вот то, о чем люди давно мечтали. Все жители, вне зависимости от национальности, все жители Украинки, это прямая дорога на центральную усадьбу через, ну, на Перово, через Залесье. Потому что сейчас люди вынуждены даже за элементарной справкой, ну, о составе семьи ехать через город вокруг, это очень неудобно, и это продолжалось, ну, все 25 лет, скажем так. И мы этот проект, я вот могу сейчас официально заявить, до конца года этого 2018 реализуем. Мектеплерде ерле олмағаны ақта да суаль тура. Бүгін Бубинада тек 200 бала оқымасына имкан бар. Мектеп донатылмаға эвелесе бұ ерде атақыры олған еді. Ну вот силами там родителей, силами там района восстановили, подшаманили, подкрасили, как говорится. Дети учатся, но здесь учатся 200 с лишним человек детей. А у нас здесь с года до 15 лет 400 с лишним.
не считая вот эти дачи. У нас здесь вокруг 8 дач, где в даче в основном живут наши крымские татары. И жарятын этичесынды эпосы суалер незарядки алынды. Ве яқын вақыта оларның чезылюф йоллары тапылачак. Асан Абибулаев, Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Спорт меданларынан құрылуы, йолларынан тамиры, газ ве сувнен темын этілу в суалеры. Ақшех районында назірле шурасын азалары сакинлернен қоруштылар. Тавсилатлар ле мұхбирмы Софи Шукурова. Ақшех районындан Чехмах, Мүмкіндегіл, Березовка, Кучук, Тегеш, Тапкел, Найман көлелерінің сәкенлері земаниден артта қалалар. Нақлие бағы йоқ. Кезлев Славянская елу бойынша сонке автобуста бір ел евелсі юрейді. Ишкеве оқушқа сәкенлер келген арабаға мініп кетмеге мечбурлар. Пара олғанлар такси тұтып, елларыны девам әтелер. Отменен рейс мотивирует тем, что закончился договор с перевозчиками, и сейчас никто не хочет браться за наш рейс, потому что у нас дороги в критическом состоянии. Сакинлернің меселелеріні огренмек үчін районға жүпқырет башы Сергей Аксенов келді. Назерлік ве идаре азаларынен бәрабер о ичтимай мұйым объектлеріні зиярет әтті. Березовка көйінде біріншіден о аляққа йолларыны түз әтмек авале әтті. Новый маршрут, они должны сказать, они его формируют, то есть как бы готовят паспорт маршрута и выставляют его на торги. Конкретный срок и ответственный по решению этого вопроса. И сегодня Минтранс отсюда не уезжает. Вот до тех пор, пока не докладывали, что все на бумаге, и между вами подписано соглашение со сроками и с ответственными конкретно. Что делаете вы с точки зрения администрации, что делает Минтранс? Все, прямо дату конкурсных процедур. Тибиет саасында да бірчок меселелер топланды. Хастаханының эски бинасы капиталь тамерде мухтач. Тиби айлетлерді ишкенді келишмей. Предложение, значит, амбулатория или капитальный ремонт на выбор 10 дней времени, да. На стол мне в письменном виде, то есть документ. Договорились. Угу. Можно нам весы электронные? Да. Решили. И растамер один. Хорошо, решили, да. Значит, весы кардиографа. А растамер для маленьких или как? Для детей. Малюток? Да. До следующей среды привезут вам. Березовка көйінде спортсалон йоқ, яшылар чоқ, амма спортнен оғырашмаға ер йоқ. Мектеп спортсалонында идмаларыны кечермеге қиын. Салонда күреш үчін келешмей. Нужны условия. Необходим нам отдельный спортзал, хотя бы помещение какое-либо, которое позволяет нам заниматься вольной борьбой полноценной. Ребят много очень. Спорт инфраструктура койде олмасы лязым. Спорт назерінің муавины Олег Галиначей мен Руслан Бальбекнің әрбір койге спорт салон адлы Лейханын әмелге кечірілуі сағлам ве күшілу яшларыны тәрбейлемеге ярдым әте. Будем обращаться и выходить на Руслана Исмаиловича с этим предложением, чтобы были привлечены им не бюджетные средства, чем можем помочь Минспорт, поможем, конечно же. Дети должны заниматься в своих спортивных залах. Граждандардың қабулы Ақшех районының әрбір көйде кечірілді. Сеслендірілген меселелер нетиже мұшавереде мұзакере етілді. Бөле көрішувлер жүмқүретіміздің әрбір районында кечірілежек. София Шукурова, Магомед Нестуров, Миллет үчін. Харе ишлер санаты девле думами босы Руслан Вальбекнан спорт салон әрбір көйге харе программасын черчевесінде. Қарасу базар шәрінде яны спорт комплексы ашылды. Ижзеретінде девамында мебус ері сакинлері өлейді көрішті. Кескін меселер музыкере тілді. Тавсилатлар бізімлефамызда. Күреште классик элементі аяқтан орып, еқмақ, екесәнее верахып енілді. Бұ селвиннің әса сұсылы спортнену 4 ел девамында оғыраша. Күреш не үшін керек олғаныны яқшы біле. Я защищать буду свою семью будущую, себя, людей. Я хочу, чтобы на все отношения вы решали на ковре. Өз идманларыны енді спортшылар 168 квадрат метрлік яны спорт салонында кечірелер. Бұ вақытқа қадар ісе олар кечкене мектеп салонында күреші әділер. Бұ ерде салон сойынуф одасы ве идманларының одасы бар. Устазлар бұ ерде ісе нам қазанған спортшылар. Я думаю, и со временем с такого зала можно вывести олимпийских чемпионов. Идманлар бұ ерде бедава кечіріле, донатмалар ісе Авропа севесінде. Тренажер зал әр күн чалышаджақ, те кратлық күнлері япы қоладжақ. Комплекс ісе бюджеттен тыш параларға құрылды. Хочу поздравить не только сегодня белогорцев, но и всех крымчан вот таким вот событием, что социально ориентированные предприниматели сами откликаются и понимают, что каждый вложенный рубль в наш спортзал – это
каждый вложенный рубль в наших детей. И чем сильнее будут наши ребята, тем сильнее будут крымчане. Спорт хырымның хуруджылығы кечкен сене тіклені башланды. Судақта, Борчохрақ, Боғырча, Анхара қасабаларында, Индиисе, Харысу базар шерінде де инди идманлар онайтлы шарайтлерде өткерілелер. Невбетте Кезлев, Бахчисарай, Ичкиве, Ахмечит. Принимаем с удовольствием, спасибо огромное. Мы 25 лет не могли вот это вот сделать, до конца довести кладбище. Эвель Буерде не хора, не де араба хапылар барады. Территорияға айванлар кіріп юре еделер. Он йыллар девамында мусульман джемейті акимиеттен ярдымны бекледелер. Пара айрылды, ама атта Буерден де Украина мемурлары ось джеблеріні толдырмаға естеделер. О вақыт 5000 гривна хабарны сорадылар. Ось күшлерінен инсанлар бетон блокларын ерлештірделер. Ама бүтін территорияны хоралап олмадылар. Мы обратились к Руслану Исмаиловичу Балбеку, который обещал помочь загородить. У нас 1 гектар было площади, а загорожено всего 50 соток. Сегодня все загорожено прекрасным еврозабором и шикарными воротами. И все население Курского, мусульманское население, благодарит его за то, что все это было сделано в короткий срок. Всего за 3 недели. Ишзе эриты чөрчевесінде мебус ерли мектепкеді диқат айырды. Бусене ой егірмы еліғыны қайдетте. Мультимедия тақталар, белгесайар сыныфлар, хурылған спорт салон, тәжіребелі ожалар, мектеп эпосы талаплар бойынша келіші. Бұй ерге 200-ден зәйде талибе қатнай. Тек ашхане йоқ. В школе должен быть пункт приема пищи, столовая, кухня, чего у нас абсолютно нет. Не то же в незавершенном виде, да, а у нас его вообще и в проекте не предусмотрено, в связи с чем мы затрудняемся обеспечить горячее питание нашим детям. Мебус бу меселені шахси назареты не алды. Яқын вақытта оның эмері бойынша бұйерге оның ярдымжылары келеджек. Арзы Хасянова, София Шукурова, Аким Бекиров, Миллет үчін. Бу афтада бар барамыны қайт еттілер, пайтақтымызда 8 мартының күні насыл қайт етілген ақта бұзым яңымызда. Бүгін пайтақта чече қалабалығы оларыны әрбір ерде көрмек мүмкін. Гүл түкенларында малны есепірден алы бітірелер. Гүл ләле қаранфил пападиелер, еркеклер оз яқынларыны қуандырып қайрламаға ашықалар. Всех с праздником, всем любви, счастья, женского счастья. Причем мы мужчины знаем, что это такое, но пусть это будет вашей маленькой тайной. Поэтому всех, всю Россию, весь Крым с праздником. Счастья, здоровья, чтобы дарили подарки в этот день. Ама байрам вера атлық күні чалышқан қадынларда аз дегіл. Олар бақшышларыны сәлемаға ярдым етелер. Мы все время работаем, чтобы вот мужчины пришли и своих дам поздравили цветами, красивыми букетами, композициями. Байрам гүлдестені топламақ еңгіл дегіл. Бұ вақыт истеклер табиат ве қадынларының түш қияфеті көз өгіне алына. Флористика темеліні Екатерина Елисеева 10 йылдан зәде өгренді. Бұндан тағайры чечекнің әрбір тұсы Остим салонна ташый. Розоватый белый, это более нежный такой, вот он такой нежный, романтичный. Белый цвет – это вообще цвет невинности. Очень часто белый цвет используют в свадебной флористике. Но у нас вот с добавлением розового и яркого для все-таки у нас же весна и хочется чего-то яркого, потому яркие ирисы фиолетовые. Бүгін біз Қырым ләлелерінден сусам, ешілі, хаммилациум ве бар пытақларындан гүлдестені топладық. Бойле гүзелік 2000 рубле тура. Байрам кетшатында фиатлар адет үзре арталар. Сайламаға мүлк чоқ. Пара еткен гүлдестені де тапмақ мүмкін. Мисал үчін ләле гүлдестесі 850 рубле тура. Бір гүл үчін есе 120-ден. 200 рублей кадар тюлемеге керек олажақ. Стали все больше дарить цветы по поводу, без повода. Просто небольшие приятные мелочи, большие хапки цветов. Цветок привозной, цветок местный. Чечек сатыжыларының озлері 8 мартқа япқан ішлерінден вечечеклерінің қоқысындан іздеп қалалар. Боларының бақшышы. Эркеклер бүгін бар көченен оз яқынларыны қуандырмаға тұрышалар. Чечеклер конфет, шар, киноға зерет, хаял көчі сыңырланмай. Алиме Кайбулаева, Иван Евдокимов, Миллет үчін. Хабарлер авто программасы сонуна етті. Ярын ақшам саат 8-де хабарлер неделя программасының Нариман Тарсинова, Лека Черманыз. Мен сізге яқшамлар тілейм. Сақтыне қалыңыз.